Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будут у нас покупочки. Я на самом деле взяла много прикольных приколюх, и еще купила для маленького своего. Как вы знаете, мы скоро отправляемся в путешествие с моим малышом, и я уже как следует готовлюсь к его приходу. Во влоге вы могли видеть целую пачку всего, чего я набрала, и смеси, и памперсы, и много-много-много другое. Ну и вот в этот же день я еще что-то купила, потом на другой день накупила, в общем, собрала покупочки за последнее время, и вот... Что я могу вам показать? Это вы, наверное, помните с влога. Вот такая ручка прикольная. Вообще, представляете, я когда ее достаю, все так смотрят, думают, какая стильная девчонка. А клевер этот на счастье. Он классный. Во-первых, он гнется, он вообще в сумке места не занимает. Я даже, бывает, ищу его там очень долго. Такая прикольная. Пишет она, знаете, тонко, вот тонко пишет. Кто любит, я вообще люблю шариковые, если честно, ручки. А это вот как гелевая, но она еще тоньше пишет. Вот как будто, я не знаю, пером пишешь. Очень круто, очень классно сделано и качественно, мне нравится. Стоит она всего 99 рублей. Класс, мило-мило. Я вообще не знаю, может я конкурс устрою какой-то? О, напишите мне, хотите конкурс? Я вот таких ручек наберу и сделаю по ссылочке вам. Жду в комментариях. Дальше я купила вот такую, случайно зашла, там где ремонтируют телефоны, и у них вот такой прикольный чехол. Я не могла остановиться. Ой, я не могла не соблазниться. Может быть нельзя это показывать детям? Дети, не смотрите, закрывайте глаз. В общем, вот такая девочка, причем у меня сейчас на телефоне тоже такая же девочка, только одетая. Я, может быть, вам показывала. Но вот это я увидела, и не знаю, я не смогла пройти. Но пока я с тем похожу, а этот будет у меня ближе к весне. Или к лету вообще, это к лету, раздеться можно, да. Ну, в плане хотя бы чехол раздеть. Чехол раздем. Меня вдохновляют красивые фигуры и формы, и к тому, чтобы выглядеть хорошо. В общем, вот такие мелочи. Также я купила своему малышу, смотрите, вот аквалор у нас был до этого, капельки. Это, кстати, хотела спросить, кто капает ребенку спрей. У меня вообще подруга капала спрей, она говорит, нормально все, спрей. А там вроде бы говорят, струя какая-то там, опасно, не опасно, я не знаю. В общем, она выглядит вот так. И вроде бы от нуля, значит, здесь должно быть как-то бережно. Мягкий душ написано, да, мягкий душ. И мне очень нравится пользоваться вот такими вещами, потому что носик вот я чищу день через день ребеночку, да, и все хорошо, всегда дышит. Плюс соль, она, вы знаете, это, ну, это просто морская солевая водичка. Соль, она же вытягивает всякие, да, вот бактерии. То есть... В общем, вот эта штука очень полезная. Натуральная морская вода. Baby. В общем, попробую. Стоит она тоже, кстати, не очень дорого, вот это всего 293 рубля. Вот кто пробовал такое, расскажите мне, если что. Я еще не пробовала, только купила. Если будет интересно, потом в комментариях спрашивайте. Я расскажу там, что понравилось, не понравилось. Ну, я думаю, понравится. Что, морская вода, она в Африке морская вода. Дальше покажу, какой костюмчик я купила. Это в этом костюмчике мы уже поедем в гости, в Белоруссию, там, к нашим всем. В общем, мы поедем, будем вот такие стильные. Но так он не смотрится, да, но на самом деле он очень крутой, и малыш в нем вообще очень стильный. Я так приложила, он прям вообще такой взросляк-взросляк. До этого у меня маечки такие. И, кстати, я нашла, ну, кто живет в Ростове, кому интересно, вот такие маечки на классике. Офигенское качество, хлопочек, вот в такую дырочку. Для дома супер. Вот у нас сейчас сердечки, сердечки. Вот я еще такую купила, и купила еще вот такие две. Ну, они чуть потеплее, но тоже мягкая ткань. Вот такой и вот такой у нас, смотрите. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Классный. Вот сейчас я покупаю сейчас размер, ну, этот 74, вообще 68. Это тоже 74. Ну, вот эти вот 68 размерчик. Ну, мы быстренько растем, конечно. Что делать, что делать. И вот такие классные носочки. Сиреневенькие взяла и голубенькие. Они тоже прям хлопковые, как, знаете, колготки были. Они почти не тянутся, но при этом тянутся. Тянутся, не тянутся, но тянутся. Вот. Ну и самое главное, и, кстати, что у вас хотела спросить. Я купила вот такую штуку для ребенка. Я видела вообще, что какие-то тканевые были, но, наверное, тканевая это не очень, как бы, не очень. Не знаю, вот у кого тканевые, напишите. Я вот купила, она такая достаточно плотненькая. Внутри вот такая клетка. Малого туда померила, ему очень понравилось. Он прям лег туда и сразу такой, ой, сразу такая ля-ля-ля-ля, вообще говорю прям. И вот, ну все, вот так через плечо одеваемся и все.
куплю себе чемодан побольше, потому что у меня небольшой чемодан, я всегда налегке ездила, всегда любила, куда еду, куда-то там что-нибудь себе покупать. А так как я с собой буду много брать для малыша, а мне еще для себя, нет-нет, что-то надо взять, да, более-менее выглядеть хорошо и не в одной и той же одежде ходить, моего чемодана точно не хватит, потому что мой один чемодан это только для малого, и то даже детские вещи все не поместятся. И я поеду покупать чемодан для своего ребенка. Вообще, если в Ростове, то, кому интересно, да, в Золотом Вавилоне видела магазин классный, там классные чемоданы такие стильные продаются. И, ну, наверное, на классике тоже посмотрю. И вот эту такую штуку я нашла на классике только в одном месте, больше нигде не было. И она была последняя, так что можете не спешить, больше там нет таких. Ну и зеленый цвет к зиме классно. Не знаю, насколько нам хватит на рост, потому что, в принципе, он лежит в полный рост уже здесь. Вот. Я думаю, что будет штука очень удобная. В общем, скажите, кто пробовал такую штуку, расскажите, как вам удобно, неудобно. И вообще, какие еще вот такие есть переноски, и что, чтобы упростить жизнь маме, да, чтобы ей было легко, там вот, кто чем пользуется, напишите мне, пожалуйста, мне будет интересно ваш опыт послушать. Ну, конечно, я не буду показывать, что я брала в Ашане, это продукты там какие-то, это вы во влоге увидите, что я там понабирала так. Ну и все. Рада была поделиться. А, нет, стойте, стойте. Нам еще подарила наша будущая крестная Кристина. Смотрите. Ой, какая штука. Правда, она немножечко на вырос, но как раз-таки к весне. У нас тепленькая подкладочка, что хорошо на кнопочках, что я люблю. Синий мужской цвет, сам натур. И подкладка здесь такая, ну, тоже хлопковая, не вот эта синтетика, как, знаете, внутри обычно мягкая синтетика. Здесь все хлопковое, и прям вот утепленное хорошо, прям в одной кофточке на весну можно будет в этой выйти. Он как раз вырастет у нас к этому времени. Вот так. Спасибо нашей Крестюшке. А Крестюшка селфи делает с малышом. Только ручку. Вот такие дела. Ладно, впереди много интересного, посылки и многое-многое другое. В общем, расскажу вам. Готовимся к 14 февраля. В общем, все самое интересное впереди. Я буду стараться. И я люблю вас. Прощаюсь, до следующего видео.